все будет дальше. Ну, понял вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему вы сегодня вышли с плакатом в поддержку Надежды Савченко? Потому что я буду теперь все время с ним выходить. Вы будете до тех пор, пока ее не освободят, да? Буду все время выходить, пока ее не освободят. И не освободят многих заключенных, в том числе и 6 мая, которые отмечены уже давно сидящие в тюрьме. Сенцов, Коченко, много. И я думаю, что Россия полна заключенных, которые именно поэтому сидят. Просто мы их не знаем. И не только Россия. Я вот вижу реакцию многих прохожих. Они говорят, что Савченко убийца, она должна сидеть. Ну, они сами убийцы, они своими словами. Как им донести эту информацию? Они никак ее не поймут, Наташа. Пока, наверное, телевизор не станет говорить обратно. Пока телевизор не закроют, не прикроют и не выбросят. Я так думаю. Спасибо за ваше мужество.